ресторан La Cafe de Beauty, творческой студии позитивного мышления и силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Мактум Сайнсуди. Сейчас такой будет у меня за ланч тайм, салат тайм. Так, я уже загрузила мое видео, которое я засняла сегодня. Кофе на миллиард. Татьяна Салмановна Мактум Сайнсуди. Сейчас я буду загружать скоро это видео на другой мой канал YouTube. Вот такие вот дела. Сейчас уже помыла овощи. Буду делать себе такой салат. Буду кушать салата с бутербродами с имитированной красной икрой. Несколько видов. У меня вот три вида икры, буду дегустировать. А также смотрю видео-семинар Натальи Борисовны Правдиной «Как встретить достойного мужчину». Потому что, друзья, действительно, очень часто вообще я такое слышу, что если женщина успешная, то есть, читай, богатая, да, то обязательно она должна привлекать альфонсов и каких-то вот расчетливых акул, которые начинают про альфонсов мы сейчас послушаем. Итак, да, я уже, в принципе, смотрела это видео, решила, думаю, еще раз. В общем, как-то я так ее не очень внимательно послушала, занималась тут хозяйственными делами. Вот, и слушала. Сейчас еще раз пусто видео. Буду делать салат, кстати, с этим маслом, с рапсовым маслом будет у меня салатик, вот. А бутербродики с красной икрой у меня будут с майонезиком печенье, с перепелиными яйцами. Так что вот. Огурчик, укропчик. Чесночок, хотя нужно еще, конечно, огурчиков, наверное, помыть, а побольше, в общем, такой салат побольше сделать. Ну, сейчас я посмотрю.